За 20 лет у нас не было такой дороги. Мы очень рады этому, что у нас здесь тишина, покой. И к нам пришла хорошая дорога. Потому что и пешком, и мамочки с колясками, и дети на велосипедах. Особенно вот в этом году это вот, ну вот просто хорошо, что сделали. У жителей садового некоммерческого товарищества «Газовик», а также соседнего кооператива «Горизонт» в окрестностях деревни Огуднево действительно радостное событие. У них появилась новая асфальтированная дорога. Этому поспособствовала реализация относительно новой программы Московской области «Дорога к СНТ». Проект разработан для того, чтобы помочь улучшить транспортную доступность для дачных объединений. Осмотреть обновленную дорогу длиной в 3 километра 800 метров приехали депутат областной думы Владимир Шапкин и депутат Совета депутатов городского округа Щелково Дмитрий Васин. Дорога к СНТ у нас в области запущена в прошлом году. И в этом году эта программа пришла к нам в городской округ Щелково. Но это требование и просьба людей, потому что сегодня есть такая вот потребность и есть тенденция, люди перебираются на землю с городов, по крайней мере, хоть на летний период. Понятно, что за этим следует просьба дорожную инфраструктуру, газ, электричество. Я думаю, в дальнейшем станет вопрос и о социальной сфере. Рядом с СНТ «Газовик» и «Горизонт» находится еще несколько дачных объединений, жители которых также смогут пользоваться новой дорогой. В ближайшее время на дорожном полотне планируется размещение искусственных неровностей. Программа предусматривает строительство, ремонт или реконструкцию дорог, которые подходят от автомагистрали Подмосковья к садовым кооперативам. Это должно улучшить транспортную доступность для тех, кто пользуется личным автомобилем, а также позволит расширить маршрутную сеть для общественного транспорта. Ну, совсем недавно здесь были лужи, ямы, и очень тяжело было по этой дороге проехать. Ну, на самом деле была обычная сельская дорога, разбитая вся. Ну, а сейчас мы видим хорошую дорогу, асфальт. То есть люди все абсолютно довольны. Важно отметить, для того, чтобы ваша дорога вошла в программу, она должна быть на балансе у администрации муниципалитета. Проблема есть, ее активно мы решаем, потому что на конец прошлого года более 3500 дорог, вот таких грунтовых, в основном или с насыпкой, они даже если и асфальтированные уже, они бесхозные. Поэтому главное условие поставить на баланс. По словам областного депутата, всего в этом году в городском округе Щелково запланировано выполнить подобные работы на местных дорогах общей протяженностью 18 километров. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.